Программа фестиваля «Платье города» по традиции состоит из трех частей. Конкурс молодых дизайнеров, неконкурсный показ уже известных, а также дефиле VIP-персон. Конечно, мы волновались все. Это не может не волновать. Мы отвечали не только за себя, но и за имидж клуб «Светлана», потому что они нас опекали. Мы отвечали и за своих мастеров, модельеров, которые так красиво нас здесь представили. В самом неожиданном образе перед зрителями предстала модель и председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова, автор идеи Вера Сазыкина, ателье «Фортуна». Для меня участие в «Платье города» – это совершенно необычный проект. Он очень мало связан с моей обычной профессиональной и политической, и общественной деятельностью. Образ, который был придуман для меня, он кардинальным, не совпадает с привычным для меня образом. Я понимаю, что завтра я не выйду на работу в таком образе, но какие-то элементы, какое-то новое ощущение, я думаю, что оно обязательно останется. А сегодня мы похулиганили и мы сделали стиль ее совершенно прямо противоположный, нежели она. И она привыкла себя чувствовать в этом стиле. И люди ее привыкли видеть много лет в каком-то определенном стиле и направлении. Вот сегодня мы кардинально поменяли и прическу, и образ, и одежду. Акцент сделали на креативный образ, да. Основная одежда – это жилет тренд сезона в таком в пудровом цвете. Несмотря на то, что это пудровый цвет, вроде бы как будто бы пастель все-таки, да, спокойный такой, но мы добавили здесь очень много таких ярких, контрастных таких цепей, значит, сделали ей креативную прическу, одели на нее совершенно стильную обувь, которую она не привыкла носить в принципе. В номинации «Единичное изделие» участники представили 6 работ. Помимо вечерних платьев, зрители и жюри смогли оценить и модели верхней одежды, и повседневные ансамбли. Лучшей, по мнению жюри, стала работа Анастасии Подмаревой «Оглянись». И особенно мне приятно, что мою работу отметил 31 канал, программа Beauty Time, потому как это программа о моде, и, наверное, очень ценно, что они обратили внимание на мою модель. Я прям жду не дождусь, когда получу свой приз. Среди коллекций жюри отметило 2 лучшие работы. Этнические образы Аркаим Кристины Панариной и вечерние платья Дарьи Ворониной. Коллекция получила название «Каменный цветок». В блоке внеконкурсных коллекций свои работы представили известные челябинские дизайнеры Марина Виллисова и Марина Фомичева, а также гости из Екатеринбурга и Ижевска.